Это флаг идеи страны Буркина-Фасо. Да. Такое вот странное название. Ничего странного. Главное, что там в флаге есть звезда. Для нас, Звездных войн, это самое главное. Вот. Ну, был я в этой Буркина-Фасо. Ну, интересненько, конечно. Но так устал я по Африке гулять, что надо отдохнуть, наверное. Окунуться в мир VHS. Вот я позвал 25 гостей, и когда будет 25 кассет? Вот, из которых, надеюсь, Маркус нам поможет выбрать фильм, который мы с друзьями сегодня будем смотреть. Ну что, друзья, поехали в мир VHS. Скуби-Ду первый. Ой, ой. Психоаналитик Дона. О, что это такое? Так. Умереть со смеху. Неплохо, да? Наверное, тогда комедия какая. Давай, Шми, а то опоздаем на работу. Ладно, но штраф заплатишь. Оператор Леви Айзекс. Не надо было пить столько кофе. Если оценим пепельницу, это отобьет запах новой машины. Фонтан слабого. Ой. Вот черт. Салон не испачкай. Ладно, ладно, скорее. Комедию. Да, такой фильм я еще не видел. Но выглядит довольно-таки интересным и веселым. Да, Скуби? Можно открывать уши? Можешь, можешь. Можешь открывать, Скуби-Ду. Фейри прыгу. О, что-нибудь горяченькое. Подвиг разведчика. Мультфильмы Диснея. Ага. Подвиг разведчика. О. Это военный фильм, наверное. Мы сделаем так. Да. Отпросимся с Игорем погулять, а сами придем к вам, ладно? Ладно. Только вы, пожалуйста, не сердитесь. Приходите без опоздания. Всего хорошего. 6 часов. Мы вас в афишу ставим. Хорошо, мы придем. До свидания. Они монету, бяшка. Я уже все проиграл. За мной будет. Что? Что ж ты в игру лезешь? В нас долг не играет. Гони ему копейку. Он сказал нет. А ты грызет дом. Ах так. Отдашь долг, получишь обратно. Детский фильм. Какой? Для детей Советского Союза. Вот. Тоже, кстати, не видел такой фильмец. Ну-с. Марио пришел. Йо-хо-хо. Король лев и полет драконов. О. Король лев. И дракончики. Интересная кассетка. Лежит. Итак, доктор. Доктор. Про доктора какого-то. Динозавр. Ну, дальше. Теннисбол. О, давай. Свечка яркая, как солнце, чужой. Ну, чужой это ясно. А что такое свечка, яркая, как солнце? Сейчас мы узнаем.
Иди сюда. Ну что? Давай ты. Сбылась твоя мечта. О. Держи. А тебе идет. Это тоже тебе. Что надо сказать? Спасибо. Ну, пожалуйста. Носи на здоровье. Это детский латышский фильм. Это просто дубляж по-русски. Так он латышский фильм. Снимали где-то в Риге. Да. По-латышски он называется «Саулес Свеце». А тут свечка какая-то. Яркая, как да. Солнце в русском версии. Да. Но это латышский фильм. Кстати, хороший фильм, мне понравился. Yellow Face прыгнул. Так. Щепка. Приключения мышонка-сыщика. О. Щепка, это что у нас там? Шарон Стоун. Щепку я видел, а вот мышонок-сыщик что-то не вспоминается мне. Ну, посмотрим. А, кажется, моя собственная дочь пропала. Ты замечательно, правда? Папа! Смотри, ты такая же заморашка, какой была, когда я уехал. Могу поспорить, что твой друг Гюстав где-то неподалеку? Нет, я победила его. Так, ладно, идем дальше. Ну-с. Кто там у нас дальше? Профайли. Ну, профайлик. Миллионы Брюстера. Человек с супермозгом. Супермозг. Миллионы Брюстера. Что это такое? Ни один из этих фильмов я не видел. Оказывается, есть и такие. Ну, актерам классно было сниматься в этом баре. Выпивка, еда на халяву. Меня здесь уже не будет отдыхать. Высшие лиги? Точно. Увидеть меня по телевизору и сказать, черт, я знаю его. Он со мной однажды ухаживал, а я такая дура была, сказала ему. Да, он здесь, как Хакенсаген. Какой-то старенький фильм. Да неудивительно, что я такое даже и не видел. Ну? Ремоут прыгала. О, давай. Аладдин, 6-7 части. Русалочка, но истории Ариэль. Ага, это у нас сериалы. Мультсериалы. Да. Не полнометражные мультики, а сериалы. Каждая серия новая история. Кто посмел войти в мой сад? Мой шедевр. Я. Твой меч может отвлечь все кожи и ветки. Но моя сила будет только расцветать. Прошу прощения, я просто хотел моей невесте подарить цветок. Ты посмел проникнуть в сад Арбитаса.
Your reward means... Я тебя вознагражу, ты отпустишь меня, чтобы твоя награда. Твое слово. Самое драгоценное сокровище мое будет твоим. Да? Это Аладдин, да. Одна из серий Аладдина. Так, кто там? Кто там? Миньон. Давай. Показывай свою. Досье детектива Дубровского. О, это же Николай Караченцев в главной роли играл. Детектива Дубровского. Вот. Таких называют оборотни в погонах. Ну, дальше. Вуди. О, Вуди, давай. Феликс и Ова. О, это что такое? Тоже первый раз слышу такое. Шарлотта Генсбург, Филипп Торнтон. Такие не знаю, даже актеров таких не знаю. Маркус на таких ездил, по каруселям. Парк аттракционов ночью. Парк аттракционов, ночь, парочка танцует, банда смотрит, там что-то должно произойти этой ночью. Пингвины Мадагаскара. Ну, давай. Максимальный риск. О, это же Ван Дамм. Жаник, кладушка, Ван Дамушка. Вот он, Жан-Клод. Максимальный экшен, как и в фильмах Ван Дамма. Ну, ничего, такая погонька была. Даже мне понравилась погонька. Надо запомнить максимальный риск. Фовер. Ну, цветочек, давай. Брат, война. Или брат, война. Ну, сейчас посмотрим. Ничего не говорит название. Да, возвращаться. Сейчас почему меня все еще ищут? Пойду проведаю коня. Тащи Арно в дом. Загони коня. Живо. Зачем? Живо. Арно. Непонятный фильм какой-то. Ничего не понял. Ну ладно, идем дальше.
Лолипоп прибыл. Ну, давай. Унесенные призраками. О, анимешка. Вообще-то не люблю я эти аниме-мультики. Унесенные призраками. Но оказывается, этот аниме-мультик даже достал премию Оскара. Аниме. Ничего не могу сказать. Их так много, этих аниме-мультиков. Но этот, видите, вот даже Оскар получил. Вот. Так что... Так, дальше кто там? Ну, пила прибыла. О, надеюсь, не ужасник притащил. Закон мести. Микерург. О, Микерург. Великий Микерург. За смерть жены он заплатит жизнью убийцы. Глаз за глаз. Зуб за зуб. Оператор-постановщик Шарон Мейер. Исполнительный продюсер Питер Левин. Продюсер Эми Эрци. Продюсеры, авторы сценария и режиссеры-постановщики Скотт Лит и Бо Джесси Кристофер. Микерург сейчас сядет или выйдет кто-то. А не, кто это тут вышло? Кого я вижу? Ты как всегда при деле. Ладно, давайте дальше. Трансвеститы мне как-то неинтересны. Ну, кто там далее у нас? Вампир. О, вампирская сага. Покровские ворота. Ну, это трудно назвать вампирской сагой. Ведь этот бокал мукуза не стандарта Чинзана. В честь твоей распрекрасной хозяйки карьеры души. А сколько имениннику сегодня накатило. Не надо любопытствовать, ведь это не музей. Так выпьем с именинником за то, что попортило нам этот праздник. После фильма у нас клипы идут. Да, это Семён Канада был. Семён Канада. Только пел песню про родную жену. Да. Семён Канада. Помните такого шансониста? И Рейзер прибыл. Давай. World Hits 34. О, мировые хиты. Это межгалактические хиты. Да-да, Йода. Песни из Я. Да, жаль, что вы ее не увидите в нашем обзоре. Потому что ее придется вырезать. В смысле вырезать? В прошлый раз нам блокировали видео из-за Энхи. Да, один раз поставили, то Адамову нету проблем. Так, идем дальше. Дейзи Дак прибыла. Эх, жаль, такая песенка классная. А когда другие клипы приносить будут? Ну, надеюсь, твоя песенка не менее классная. Ее не придется вырезать.
и его группа Blue System. Так. Next thing. Блоки. Ну, давай, показывай свой видеоклип. Идем дальше. Тортик прибыл. Ну, тортик. Посмотрим. Какую песенку ты приготовил на день рождения? Объект шоу. Присела батарейка. Жуки. Ты возвращалась ко мне сквозь батарея. Расстояние, но несмотря ни на на. Ой-ой-ой-ой-ой. Батарейка. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Миньон. Еще ну, один. Ну, давай. Послушаем, что же звучит на вечеринках миньонов. Ага. Миньонам нравится польская эстрада. Пьяное вино, марки вино. Jest demonstracja zgrabnych nóg. Wspaniały widok, ale kino w głowie się kręci od tych sztuk. Zaczarowane Szusza, szusza, bajo, bajo. Tak, to był u nas Play System. Play System, jasno. Ja jeszcze ich nie znaju. Markus już znaje poczy wszystkie polskie estradne исполнители. Ишь, Вуди пришел. Это подделка. Я вас рожаю. Уберите подделку. Вот так. Еще одна польская песня. Моя. Ух. Так, калинка, калинка. Вот такая польская музыка.
Маріо прийшов. І що? А, оберіться, це настоящий Маріо. Посмотрите, у нього навіть лицо в татуїровках. О, хорошо, що вбрався. Первый Вуди, теперь Маріо. Это война клонов. Oh, let's feel the light on. Когда-то я слышал эту песню, да. Такую музыку я не понимаю. Идем дальше. Огненный монстр пришел. Надеюсь, он не сгорит тут у нас. Это как Бенни Теннисон. I can't dance. О, спасибо. Угодил монстр. Старичку Йоде такую песню. Ой, приятно. Микеланджело пришел. О, я смотрю, ты зеленый? Да, я же черепашка-ниндзя. О, я тоже зеленый. Мы с тобой одной крови и цвета. Там волк забивака. О, давай, забивака, забивай кассету. Бш. Это Филипп Киркоров, Атлантида. Тоже не слышал эту фантастическую песню. И последний гость это Нонексистий, невидимка из Типот 2. Да? Что это такое? Это тоже объект, Нонексистий. Да, посмотрим. Невидимка нам кассету прислала, да, нормально? Да, невидимка из Object Show Типот. Ага. Зигзаг!